Мать твою, меня начальник убьет, я ее перевернул. Хорошо, офицер, пробежимся. Я заставил их бегать. У меня, судя по всему, террорист. Он стреляет из автомобиля по полицейским. Я не знаю, что мне делать. Он сказал, что мне нельзя ехать ниже 40 миль в час. Невозможно построить маршрут до Скандинавии. Сэр, я могу вам предложить путевку, если вы вернете мне мой такси, и я поеду дальше. Хотите в Казахстан ко мне съездить? У меня у бабушки такие вина. Ты коп, все это видит, бля. Давай-давай, заберем его машину. Ключи еще здесь, ключи здесь. Серег, мне кажется, ли у тебя не очень зимний скин? Не. А, все, увидел. Сейчас мне показалось, ты, блин, в этом купальнике. Да, у меня тоже не было. В смысле, у тебя пальте? На. У меня пальта. Короче, да. Это стекло разбило. Хедшот. Чувствую, сейчас что-то жестко хрустит. Будет. Оно хрустит. Что хрустит? Шея? Стекло. Окей, друзья. Йоу, всем привет. Сегодня мы снова на сервере UDRP, и сегодня мы будем фаниться. В честь того, что скоро совсем Новый год, да, мы решили покидаться снежками во всех подряд, поэтому посмотрим, как она пойдет. What the fuck, этот красный закат? Или что это такое? Я не знаю, на фоне что-то очень странное. В общем, да, сегодня у нас довольно большая компашка, у нас 4 человека. Вот, одного из которых нам еще предстоит подобрать, а еще въехать в этот ссаный трафик. Это будет весело. Надеюсь. Вот, ну и посмотрим, насколько мы сможем в проблемы влезть, кидая снежками в копов. Вот, так что так. Блин, главное не кидаться в NPC, потому что они обычно конченые из тебя ведут. Ты разбил мне два окна просто, я себе окно разбил. Извините, нет, извините, мне надо в эту линию очень. Я не пущу. У меня поворотник включен, ну что ты здесь? Я не пущу. Да мать твою. Вот ты стой на красный. Выйди, подбирайся, я есть хочу. Ты еще на красный проехал. Ты на остановке какой-нибудь стоишь или что? Не знаю, я голодный. Здесь какой-то минивэн рандомный стоит. What the fuck? Только посмотри на этот пикап. Я на шоссе Great O. Great O. Покормите меня бургерами, пожалуйста. Покормите меня бургерами. Но с одним условием. Айдай где-нибудь, я не знаю, найдем парковочку какую-нибудь. Понаваливаем мальца. Новый год же в конце концов. Блин, машины тупо не поворачивают. Вот давай. Нет, давайте отдельно окопа найдем, это бред, к ним участок так заломаться. Ну я кинул снежок на всякий. Давай, я не подумаю, что это гранаты, блин. Что я творю. Я вижу, блин, ты развернут посередине дороги. А, нет, блин, это пожарная станция, я бы сюда не лез. Я бы сюда не лез. Они все в ПД, я не знаю, у них брифинг, походу, сейчас проходит. Ну-ка, подвези меня к ПД, сейчас будет рофл. Давай, сейчас тоже подъеду. Вместе с Виталий. Блин, как же ты ездишь прям по всей дороге? Я смотрю на тебя, Серега, ты просто этот пикап, блин, он там... Я умею. На встречной полосе движения, ты на нормально. Давай, все. Все, хорош. Вы сбили эти баки. Вон они, у него не брифинг, брифинг. What the fuck? Он серьезно собирается нас останавливать? Или что, я понять не могу? Он побежал к своей машине, ребят, я бы на вашем месте сваливал. Айда в снежки в лесу поиграем. Давай. Типа без палева, что ничего не делал. Да. Ну, типа, блин, в этом ничего такого нет. Мы же снежки просто кидаем. В конце концов! Ой, черт. Есть снег. Ты нахрена снег ешь, гребаный дебил? Блин, здесь, правда, дикие кошки. Вон, одна бегает, видишь, за кроликом? Справа. Да. Ну, я бы здесь где-нибудь поиграл, на самом деле. Здесь прям топчик. Ребят, подъезжайте понемногу сейчас на 925. Я, типа, нет, желтый снег ел, и, ну... Желтый снег. Такие в шоке. What the fuck?
О, мой бог. Его носит, я не виноват. О, блин, я аж рефлекторно дернулся. Виталь живой? А здесь у нас шашлык будет. Не, шашлыка не будет, мы просто будем друг друга кидаться снежками. Давайте разобьемся на команды. Я с Виталий. Ну, у нас давай, просто запомнить, у нас синие, красные куртки и все. А вы где? А хрен с ним. Короче, игровая зона, весь лес. Цель убить снежком кого-нибудь. А можно есть снег? Нет, есть снег нельзя, гребаный ты дебил. Я бомж, я бомж. Окей. Бомжи едят снег. Бля, они в разные стороны разбежались, это тактика какая-то. Кого-то жрет пума, по-моему. Пума кого-то жрет? Нет, только не бомжа, пожалуйста. А, окей, все нормально с ним. Меня сожрали. What the fuck? Вызовите скорую. Ой, я тебя вижу. И пуму вижу. Не-не-не-не-не-не, ты, блин, ненасытный, отстань от меня. Ребят, давайте все объединимся против пумы, потому что она агрессивная. Где пума? Она подо мной, она около меня, она перевернулась только что. Она лежит на мне. Ты себе представить не можешь, насколько это забавно, бля. Свежее мясо. Ребята, да, да, можешь съесть. Да не, вставай, забей это отыгрывай. Давай в снежки поиграем нормально. Ой, да еще вы меня бьете. Поесть хотел по-человечески. О, блин. What the fuck? Она легла прям на меня. Можешь его съесть, говорит. Можешь его съесть. Окей, погнали. А, черт. Да what the fuck? А, блин, у меня бесконечные снежки не включены. А, не перестань, это нечестно. Мысли, а? Бесконечные снежки. Да в смысле, мысли. Блин, их задолбаешься подбирать, а? Фу, я нашел дерево, куда можно спрятаться. О, это... А, не-не-не-не, братан. От меня бургеров не жди, мать твою. Подумай. Давай ты в моей команде будешь, дружище. Да без кулаков, да чтоб тебя. Снежки кончились. Снежки кончились, кулаки пошли в ход. А, мать твою. Окей, окей. Снежки бью в упор. Я надеюсь, что у них закончился брифинг. Поехали, короче, к копам. Мы так, блин, полгода будем кого-нибудь. Я хочу сменить машину. Мне не нравится мой Стэдлер. Давай я его поведу. Давай я его поведу. Вот она. Чувак с улицы. Эй, а где? А, все нашел. Я думал, блин, она уже пропала. Блин, мне кто-то мою новогоднюю шапку сбил. What the fuck, ребята, это не здорово. Я лучше заеду в мотель. Да, это после того, как тебе кулаками надали. Окей, погнали. По-моему, здесь можно проехать. Заеду в мотель. О, коп. Где? Че, здесь копы ездят? What the fuck? Где? Я еду за ним. Прямо, давай. А, ты бы развернулся бы. Не тормозит? Давай! А у меня нет снежков, what the fuck? Закидывай его. Стой, останови его, останови, скажи, что по делу, и снежками его закидаем, да, и уедем. Да. Не, подожди, пускай от полицейского участка отъедет. Ой, what the fuck, зачем ты в него въехал? Это было не это. Это десинхрон. Это десинхрон, блин. Тебя сейчас так улетит. А, черт. Давай, кидаем снежками. Сейчас я снежки возьму. Он хочет убить меня. What the fuck? У него пистолет, что это такое? Кидай меня снежками, давай, кидай. Нет. Я в них, я прям в лицо. What the fuck? Блин, я руки вверх подниму на всякий. Мы кидались только что. Что? Я сдаюсь, я сдаюсь. Сейчас заедем за моей другой машиной. Зачем вы кидали только что снежки в нашу? Она должна быть на стройке. В наш автомобиль. Ну, Новый год, офицер, ну. Сэр, что у вас произошло? Зачем вы нас наставляете тазер? Тормози, ты что делаешь? Я что-то не пойму, что это произошло? Блять! Я понял, вон машина. Да, собственно, да, ничего. Просто эти молодые люди портили лишнее имущество шерифу. А снежками? Не, конечно, их можно задержать по факту. Окей, они там спорят, мол, типа. Вот это что ли? Или офицерскую машину? В офицерскую машину. Я
вас понял. Господа, вы признаете свою ошибку? Ну, это не мы были вообще, там еще одна машина была. Я в офицерскую машину не кидал, честно признаюсь. Но я им скажу, чтобы они больше так не делали. Не, ну кто-то должен будет заплатить за разбитое стекло, вы сами понимаете. А они стекло разбили? Офицер, стекло разбили или нет? Да, да, да. Ну это не я был. На той машине. Вроде бы. А, так, подождите, вроде бы или... Чат. Это я кинул. Да, и в эту машину. Поехали, поехали. Поехали. Блин, офицер, ну Новый год, в конце концов. Ну, чуть что в этом плохого? Я не понимаю, но у нас... Благодарю, спасибо. Ну вот видите, не, ну как этим можно разбить стекло? Я даже не знаю, честно. Ну я в любом случае в полицейскую машину ничего не кидал. Ну на самом деле я тоже видел, что вы ничего не кидали, а вот те кидали. Ну я кстати не знаю, где они. Я могу им набрать, спросить. Быстрей, быстрей. Секундочку. Он запомнил меня, я должен перейти. Вы что там погоню устроили? Что там происходит? Быстрей, давай. Давай направо. И стекло мне починят. Офицер, там вызов, вы можете съездить. Давай за ним. Что там произошло, спасибо. Так, господа, Новый год, конечно, я все понимаю на кону, но у нас от этого работы меньше не становится, наоборот, только больше. Давайте так, на первый последний момент я вам делаю устное предупреждение. Че это было? С наступающим, господа. И вас, спасибо. Нас отпустили, блин, что у вас там происходит? Они сказали. Дай мне руль, бомжа. Давай быстрее. Что происходит, ребят? Меня выкинуло из машины, она перевернулась. What the fuck? Нас отпустили, нас сказали, что это было последнее предупреждение не кидать больше снежки в полицейские машины. А мы не кидали, в них сейчас покидаем. А вы где, вы где? Закрой, почисть машину. Вы где? Едем по Great Ocean. Ну в какую сторону ты, ну, жюди. Это вы? Они сзади вроде были там. Не-не, вон Ася, вон он, вон. Они поменяли машину, судя по всему. Да-да, вон. Зови. Мне надо... What the fuck, что ты из машины остановил прямо на тротуаре? What the fuck? Садись! Да включите бесконечные снежки, блин, а это как? Трэш. Как? Бесконечные патроны оружия, бесконечные патроны. Поехали. Она сломалась. Ай-да-ай-да, по дороге проедем, так будем друг друга кидаться. У нас как раз машины черные и красные, типа две команды. Но они сказали не кидаться друг друга. Ой, это коп. А это был красный. Красный! Мертв. Нормально. Окей. По копу. Валим. Да, мне кажется, пора валить. Он тоже у нас стреляет. Блин, у нас две фары задние разбиты. What the fuck? Мы его дисквалифицировали на некоторое время. Какой топчик, господи. What the fuck ты делаешь? О, черт. Окей, надо на заправочку заехать. О, здесь коп слева. Что тут происходит? За одну машину надо будет поменять. Но ему, судя по всему, плевать, надо вот так сделать. Приехали копом участок. А вон он. Вон они едут. Ну-ка. О, ребят, здорово. Алло. Я даже не знал, что вы здесь. Мы там срезали. Окей, мы там срезали. Именно там. Окей, я сейчас ее быстренько починю. То без задних фонарей можно залететь прям нехило. Мне интересно, нас сейчас ищут или нет? По-моему, нет. У них машины ломаются. Да-да-да. Я, короче, сейчас вышел просто на дорогу, кинул в лобовую купу снежок, и ему типа пофигу. А, ну типа, да-да-да. Ну типа, если по двигателю попадать, то нет. Именно по передней части. По решетке. Где мы? Мы продолжим вообще, нет? Потому что так непонятно, кто выиграл. Мы на Great Ocean, недалеко от Амунации. Погнали.
Мы прямо в амунации. Там в амунации кто-то, мы закидаем его внутри. Да, там кто-то работает? Вот это я припарковался. Походи, машина сломалась! С Новым годом! Так, зайдем к подруге, возьмем мясо. Мы заехали в амунацию, там чувак стоял. Мы сказали с Новым годом, кинули по снежку в него. О, это коп. Это коп. Он объявление писал. Да, он объявление, походу, писал. Ну, можем зайти еще раз. А где он-то, чувак? Вон, вышел. Ну-ка, да, я ему у него тоже снежок кину. Блин, он с дробовиком, мать его, с дробовиком. И коп проехал мимо, смотри. Вон еще один. А гон на него настучим, даже он с дробовиком на людей кидается. Между прочим, да, я считаю, что надо. Дим, ты где? Мне кажется, они уже туда едут. What the fuck, ты перебежал дорогу прямо перед... Че ты делаешь? Забей, Дим. Забудь про Дим. Экипажа Таха, вообще забей. За мной полиция, помогите. Я в них снежки кидал. Я надеюсь, за мной едут. Да, да, он за тобой. Он прям выбежал на дорогу и кинул снежок, блин, в копу. Причем остановив его машину полностью. Так, я перехвачу тебя с другой стороны, давай. Перехвачу с другой стороны. Это уголовка, забей, мне кажется, с ним можно пообщаться просто. Да what the fuck, он разворачивается за нами. А, да? Ну вот, а, не-не-не-не, братан. Да, за нами. Нет, what the fuck. Стреляй по двигателю. А нет, он повернул в другую сторону. Здравствуй. А я налево поворачивал, здесь зеленый. What the fuck? Блин. Стоп. Не могу я остановиться. Ну блин, за мной коп едет. Да мы по Прокопию едем, это самая южная дорога. Самая близкая к... Ну что, остановиться? What the fuck? Давай поговорим. Дима, стреляй по капоту, плиз. Ну два снежка на рулем кину. О, what the fuck, это код 5? Не-не-не, братан, не-не-не, он навел тазер на нас. Что в тебя? Не, я думаю, мы с ним просто пообщаемся, но, видимо, ни хрена. О, мой бог. Нам надо какую-нибудь крышу занять и глухую оборону там и снежками в них откидываться. Там еще один коп наверху. Ух. Дима, ты жив? Окей, нахрен эту машину. Ну тут такая погоня, алло. У вас тоже погоня? У нас лютая погоня. Лол. Сейчас, да, я за того понаблюдаю. По-моему, меня рисуют на... О, мать, мы здесь слева, следующий поворот. Ну, не в стройке, а вот здесь слева, да. Там вас завернуть, по-моему? Да, заворачивай. Снежками их закидаем. Я наверху вот тут. Наверх, на крышу. Наверх, давай. Я по карнизам. А, черт. О, блин, я перекатил. Ой, ёшкин кот, вы не ушиблись. Ау. Еще раз кинешь, я буду стрелять. За что? А, блин. Кидаешь. Народ, вы понимаете, что у вас только что упал человек, ему нужна медицинская помощь, а вы тут снежки кидаетесь. Не, реально, спускайся. Просто, может, они ничего такого, не хотят. Я не знаю. Это было весело, конечно, но, блин. Такое. Боже мой. Господь. В порядке. Ой, ёшкин кот. Ну, чёрт. Не, мне кажется, у них все в порядке с этим. Ну, знаешь, я угонял от трех экипажей и не очень легко. Ну, типа, да, но Новый год же, ну.
Да к тому же ты упал. Типа, смягчающие обстоятельства, все дела. Я нормально, я вроде полегче на самом деле. А ты проиграла. Да ну чё ты? Я просто сваливаю отсюда. Жесть. Эй! Меня в наручниках словили. Да перестань, ау! Прекратите, пожалуйста, кидать снежки. Сэр, поднимите руки. Зачем? Ну, офицер... Мэм, вы тоже поднимите руки! Мы с ним. Блин, Виталий, тебя чё, в наручники запихнули? What the fuck? What the fuck? Это бред. Это бред. Офицер, подождите, секундочку. За что? Офицер, да, ставьте... Подставление по аресту. ...этого подозреваемого участок. Сэр, пойдем. Серега, куда ты побежал? Участок. Руки. Я не хочу. Господи, как же я ору. Они меня бросили. Я пробую хотя бы свою машину открыть. Вот так вот, задними руками, да. Задними руками, блядь. Как они меня кинули? А где бомж? У меня були. Чё, в тебя стреляли? Блин, меня тупо бросили. Мой друг уже убежал от вас. What the fuck, зачем ты меня сдаёшь, блин? Я просто здесь в машине сяду, я дверь даже закрыть не могу, я просто здесь в машине сяду. Он меня нашёл, what the fuck. Или нет? А, да. Выйдите, пожалуйста, из машины. Господи, холодно просто на улице, извините. Я понимаю, сейчас погрейтесь в полицейской машине. Никогда с мигалками не ездили? Нет, еще нет. Ну, на Новый год, наверное, она как нарядная елка выглядит. Да, поздравляю. Это будет ваш первый раз. В этом году? Ну, надеюсь, что не последний. Это сомнительно звучит. Офицер, ну что вы, ну просто в снежки поиграли, ну. Не, я понимаю, что снежки, я все прекрасно понимаю, но вы сами понимаете, что вы мешали движению, удалялись при аресте. Да, сейчас, подожди. Вот да. А, вот в эту машину, да. Да. Еще теперь будет. Ну, сначала я думал просто штраф вам выписать, но, к сожалению, на данный момент придется вас задержать. Ну, офицер, ну Новый год, ну... Просто выбрались с друзьями позабрали. В снежки поиграть. В другую дверь, пожалуйста, пройдите. Офицер, вы довезете, да, их до участка? Да, я довезу. Я не сяду с ним. Девушка. Он девушка, мой брат. Садитесь назад. Мой брат. Офицер, возьмите его к себе в машину. Пойдемте со мной. Так будет легче. Окей. Это было весело. Да садись в другую машину. Мэм, пожалуйста, пересядьте в первую полицейскую машину. Окей, друзья, спасибо большое за то, что смотрели этот эпизод. Если он вам понравился, не забывайте клацать на лайк, а также подписываться на канал. Помимо этого, если вы хотите стать частью нашего замечательного сообщества, то первая ссылка в описании urp.live. Подаете заявку, регистрируйтесь и считайте, что вы уже играете вместе с нами. Еще раз спасибо за просмотр, друзья. Не болейте и с наступающим вас Новым годом. Пока-пока. На нас с тобой этот саму нации чувак накатал заяву. Да? What the fuck? Конченый. Окей.